12 мая 2011 года подводная лодка Черноморского флота «Алроса» под командованием капитана второго ранга Антона Зайцева вышла в море. Субмарина в составе отряда спасательных судов Черноморского флота совершила поход в испанский порт Картахена, где впервые приняла участие в международных учениях «Болт-Монарх-2011», а затем перешла для проведения планового ремонта в Кронштадт. Спустя 16 месяцев с начала похода подводная лодка «Алроса» вернулась в Севастополь. Здравствуйте, товарищи подводники! Здравия желаю, товарищ Ваш флот! Поздравляю вас с возвращением в родную базу город-герой Севастополь! Ура! 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 На пирсе субмарину встречали командующий Черноморским флотом контр-адмирал Александр Федотенков, заместители командующего и ветераны флота, представители правительства Республики Саха-Якутия, шефствующие над «Алросой», родные и близкие моряков. Для каждого из полусотни членов экипажа лодки это был первый серьезный поход. Сложно было, скорее всего, вдали от дома, вдали от семей. А в принципе переход и выполнение боевых задач мы привыкли. Как говорится, все-таки служба и служба. На сегодняшний день «Алроса» – единственная действующая подлодка Черноморского флота России. Ожидается, что до 2020 года корабельный состав флота пополнят 6 новых субмарин. На ваших плечах, на плечах подплава Черноморского флота лежит высочайшая ответственность сохранить те традиции, ту школу подводного плавания, которую создали ветераны подводного флота, Черноморского флота, представители которых, которые здесь стоят и вас встречают. Нам предстоит крайне серьезная ответственная задача на вашем фундаменте, на вашей выучке формировать экипажи подводных лодок, которые уже вступили в завершающий этап строительство на Адмиралтейских верфях. С благополучным возвращением в родную базу экипаж «Алросы» поздравил и благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Нет подвига выше, чем тот подвиг, который Господь возложил на вас. Подвиг защиты Отечества. Подвиг служения ближнему своему, подвиг служения Богу. Вы исполняете заповедь любви к Богу и заповедь любви к ближнему своему, потому что без любви невозможно служить на подводных силах Черноморского флота. Без любви и преданности невозможно опускаться на глубины Черного моря и опускаться на глубины океана и выполнять задачу. Без любви и преданности невозможно в любой момент отдать свою жизнь для того, чтобы мы жили на этой земле. Евгения Константинова, пресс-служба Севастопольского благочиния.